Первый вопрос у меня к тебе такой. Трудно в наше время, я не говорю там в нашей стране или в нашей республике, учитывая то, что ты ездишь, ну, будем так говорить, по всему миру, быть красивой женщиной? И как ты отбиваешься от излишнего внимания мужиков? Ну, мужики же еще остались, мужики же у нас еще остались, не все же в другую сторону ушли. Тут, понимаете, такое дело, вот я всегда так вот верила и чувствую, что притяжение, оно такое, какой ты сам внутри. Да переведи. Ну просто так мужик не подойдет вот так вот без уважения, понимаете? Нет, ну с уважением, я не говорю, что просто так, с уважением. И как ты к этому относишься? Ну как, я же все-таки певица, ну, актриса. Про это и речь. Это еще дополнительный бонус, так сказать, вот, подойти к тебе. Ну как, благожелательно скажу спасибо за внимание. А если чересчур навязчивое внимание, тогда как? Ну нет, такого не бывает. Да ладно, что, правда? Нет. Ну не позволяют они себе так. Ясно, уровень сразу видно, да, ты хочешь сказать? Я даже не знаю. В твоих глазах, в своей внешности, что лишнее. Может, я так серьезно хожу? Может быть. Но я тебя, кстати, один раз не узнал, когда ты к нам на студию пришла в платочке, в темных очках. Ты так маскируешься? Кстати, я так часто хожу. О. И все очень просто. Из-за чего ты так часто ходишь? Ну, во-первых, потому что удобно. Во-вторых, скромно. Не всегда же ходить как на сцене. Как однажды в роддоме мне сказали: ой, а вы совершенно другая, чем в телевизоре. Я говорю: ну, милые мои, я что, должна вам сейчас в роддоме родить и на следующий день выглядеть как на сцене? Давай к этому вернемся. Вот смотри, вот у каждого человека, да, есть родовое древо, именно древо, не дерево. Ты скольких своих предков знаешь? До какого колена? И откуда вот такая породистость, извини меня за это выражение? Ну, это нормальное выражение. Ну, я думаю, род, у меня два рода, да, мамин и папин, они оба породистые, я считаю, потому что действительно там немало у меня родственников талантливых, красивых, необычно выглядящих на внешность, потому что, ну, так создал Господь, наверное. И все-таки вот до какого колена ты знаешь? До какого? Да. Понятно, не помнишь, а именно знаешь. Я помню, как прабабушка моя, папина бабушка, со мной нянчилась в деревне Усть-Ножовая в Шилкинском районе. То есть ты... Я это прекрасно помню, да. Она была вот с таким орлиным носом, всегда вот так в платочке, такая стильная, и всегда держала трубку. Она курила, и она так очень... привлекательно курила. Я помню, потом, когда в консерватории учась, в спектакле, на оперном отделении, где мы учились быть оперными певицами, с нами работал режиссер, в опере «Кармен», в общем, отрывок мы ставили, и там надо было курить. И я помню, так неумело как-то курила. И мне педагог, моя профессор, пришла и сказала: ты что так некрасиво куришь? Курить надо тоже с достоинством, тем более на сцене. И вот, в общем, она мне показала, как эту трубку надо держать, и я вспомнила свою прабабушку. И сразу же все вот эти воспоминания, да, детства ее вылились. Орлиный. И вылились в красоту твоего курения. По-моему, Кармен, по-моему, тоже курит, да, во время спектакля? Нет, есть там такие сцены? Конечно, такие постановки есть. Есть, конечно, да? Хорошо. Вот твои самые первые детские воспоминания с чем связаны? Вот во сколько, со скольки лет ты себя, ну, хотя бы так вот частично помнишь? И с чем это связано, твои воспоминания? Ну, я помню себя где-то с 4 лет. А с чем связано? С тем, что я ездила в поезде очень часто. Ну, как очень часто, раз в полгода. Мы ездили с поселка Таксимо, садились на поезд всей семьей и ехали к
прабабушке, к бабушке, к дедушке, к родне. В общем, опять Забайкальский край. У тебя есть твои детские фотографии? Да, чем вот ты одну можешь, я нашла, чем ты можешь быстренько и принесла. Давай, давай. Вот это я такая вот маленькая. Это твой папа. Мне буквально здесь полгодика. Это моя мамочка Маргарита и папа Александр. Очень, кстати, красивые люди. Вот я на него похож, или он на меня. Не знаю, на твоего папу. Нет, нет, согласись. Есть что-то. Ну, может быть, что-то есть. Есть, да, да, носами особенно, по-моему. Орлиные. Да, да, да. Орлиные носа. И усы у меня были в свое время. А школа, какие у тебя воспоминания о школе? Ну, в школе я была тоже счастлива, потому что, во-первых, школа находилась совсем рядом. Буквально 3 минуты, и я в школе. А это раз хорошо, по-моему, это плохо? Это прекрасно. Да? Потому что я училась... А чем прекрасно-то? Ну как же, я училась в двух школах. Одна школа общеобразовательная, которая рядом, а музыкальная школа, вот туда надо было добираться минут 20 на машине. Поэтому ты пообедал, с утра ты сходил в общеобразовательную, пообедал дома и поехал в музыкальную школу. Ну, я понял, а детство-то вообще было, нет? Конечно, это и есть детство. Не, это не в детство. В труде. Мама мне... Это не детство. Нет, это детство, потому что я успевала все. Но это трудное детство. Ну, разве это трудное? Ну, я не знаю, я у тебя спрашиваю. Трудное, я считаю, детство, когда ты лишен любви. Вот это трудное детство. А когда ты наделен любви и все к этому предшествует, это, конечно, счастье, даже если приходится очень много трудиться. А вот в чем заключался труд? Про любовь я с тобой абсолютно 100% согласен, как все нормальные люди. А вот трудилась ты, имея в виду, ты имеешь в виду учебу и в школе, и в музыкальной школе. Конечно. А по дому? И по дому обязательно. Потому что ты делала вот по дому? Два мои родителя, они были достаточно строгие к тому, чтобы я научилась в быту тоже трудиться и существовать. Потому что они наверняка понимали, что когда-то я выйду замуж, и надо будет по быту тоже немало хлопот. Ну да. А чем они тебя вот занимали, когда у тебя оставалось свободное время, или ты все время сидел за пианино, не за роялем? Чем они меня занимали? Да. Что заставляли делать? Что заставляли делать? Летом по огороду трудиться. То есть ты все можешь высаживать, полоть? Ну, не то, что высаживать, но к огороду мы были тоже приучены, потому что мама любила обязательно, чтобы свои овощи. Вы в своем доме жили? Да. Или... да. А, ну, то есть это было... Картошку обязательно мы сажали, 27 мешков выкапывали, и это хорошо было. А сколько у вас человек в семье? Нас двое, еще моя сестренка. То есть вы вчетвером жили, 27 да. мешков картошки, да? Да, конечно, все оставалось, еды было всегда немало. Ну, это лучше, чем голодное. Не, ну это понятно, что не испытывали, в общем, другими словами. А школа еще чем тебе запомнилась? Друзья, учителя, первая любовь? Замечательные педагоги были. Это самое, конечно, тоже главное в жизни ребенка. Любящие педагоги. Друзья в школе тоже у меня были замечательные. Мы всегда после школы по возможности играли в лапту, баскетбол, занимались танцами, учили песни. Всегда в школе активно участвовали во всех праздниках. И это было тоже настоящим счастьем. Школа большая была? Школа у нас была не маленькая, да, на то время. Это и... в Таксимо или Таксимо, где-то? Да. А, это в Таксимо. Школа то номер 2. Детство? Да. Твое детство на БАМе прошло, короче говоря. Мое детство на БАМе. И вот какие воспоминания о БАМовцах? Вот в этом смысле, да, вот у меня самые такие радужные, самые такие... Цвет молодежи, да, с всего Советского Союза приехал строить БАМ. Именно вот цвет да. молодежи. Да. Самые активные, самые креативные. И вот, наверное, они да, люди окружали очень тебя. Очень разнообразные, да. Да. Ну, БАМ, он чем запомнился мне? Тем, что... Это время было достаточно непростое для нашей страны. Но у нас никогда простого времени не да, бывает. Да, я согласна. Поэтому мы непобедимы. Когда в нашей стране что-то начинают затевать, строить, вот именно попадая в это время, это всегда очень необычно и интересно. Интересно, самое главное, да. Живенько так. Вот тогда это было такое время. Про первую любовь ты ничего не сказал. Про первую любовь? Да.
Она не к школе относится? Нет, она к детскому саду относится. Да ладно. Ну-ка, с этого места подробнее. Ты первый человек, который мне это расскажет. Ну, я имею в виду, что первая любовь с детского сада. Я думаю, у многих первая любовь в детском саду, потому что... И ты так запомнила это? Хорошо запомнила, потому что я не одна влюбилась, а с подружкой. В одного? Нет, она влюбилась в одного мальчика, а я в другого. Ну, слава богу, конкуренции не было. Конкуренции не было. Был единственный однажды спор, что чей мальчик красивее. Я ей показываю, вот видишь, у моего глаза голубые, ресницы длинные, волосы белые. Она говорит, нет, ты посмотри, а у меня волосы шатые. И мы так спорили, а мальчикам было совершенно не до нас. Они сидели такие еще совсем юные в яслях. Ну, лет 5-6. Ну, вы тогда уже определяли вот это вот. Да, почему-то определяли, да, уже тогда. Ничего себе, вот женское начало. У тебя вот настолько вот оно, видимо, мощное, вот это женское начало, что с 5 лет уже определяешь красоту противоположного пола. А дальше вот, ну, закончила ты школу. Дальше как сложилась твоя судьба? Или у тебя было все предопределено? Это консерватория, дальше? Или был какой-то выбор жизненный после окончания школы? Ну, выбор нам всегда же дается, ну, я так думаю. Каждому, ну, и мне был дан выбор. В 14 лет я собрала семью за столом, был у нас, помню, обед, и я говорю, мама, папа, дорогие мои, уважаемые, любимые, я считаю, что сейчас я заканчиваю музыкальную школу, и я должна поступать в музыкальный колледж. Конечно, для них это было совершенно неожиданно, такое мое решение, но, представляете, они мне дали выбор, свободу, и сказали, что хорошо. 14-летнему ребенку, да? Да. И сказали, ну, раз ты действительно хочешь, и ты считаешь, что это осознанно, ну, мы тебе не можем мешать. И отправили меня сюда, в город Улан-Удэ. Училище имени Чайковского. Но это тоже было для меня вот таким счастьем тогда. И ты жила в общежитии одна? Или как? Или где жила? Приколь же вообще есть общежитие? Я жила с подругой. Нет, я сначала жила у родственников, вот прямо вот здесь, на Элеваторе, да, на улице Рылеева. Я жила у родных. А потом я переехала в съемную квартиру. И потом уже на 4-м, по-моему, курсе я переехала в общежитие. То есть в 14 лет, будучи несовершеннолетней, ты уже жила одна и на съемной квартире? С подругой. Ну, с подругой, ну, неважно. Без родителей, я имею в виду, без взрослых. Давай вот к твоим фотографиям, которые ты с собой захватила, так поплотнее ими займемся. Покажи, кто на них, и расскажи, что это за люди и чем они интересны вот тебе в первую очередь, нам всем. Какую роль они сыграли в твоей жизни? Хорошо. Вот на следующей фотографии после родителей. Ну, прям бери, это поднимай. Моя Юлечка. Это моя родная сестра, сестренка. Она живет. Она сейчас тоже мамочка двух детей. Живет она в Тюменской области, город Ноябрьск. Конечно, сюда приезжает с детьми. И не скажу, что очень много удается проводить времени с ней, но слава богу, что она есть у меня, потому что без нее жизнь бы не была такой счастливой. Да, поэтому, Юлечка, согласен. Я тебя очень люблю, всегда жду. И надеюсь, в дальнейшем мы будем чаще общаться и видеться. Часто это не так часто случается, да? Ну да, в силу своих занятостей, да. Это вот тоже мы в Москве, когда она приезжала в годы учебы к нам. Не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Это моя Сонечка, подруга, которую все знают сегодня. Она Софья Руденская, стилист, визажист, прически, макияж. Это все она. Понятно. Это Юлечка вот приезжала. Это тоже Юлечка с моей подругой Ольгой, которая живет в Москве, Ольга Гармаева, с которой мы обязательно, когда я приезжаю в Москву, обязательно видимся. Ну, потому что родное есть родное, ну, даже с детства все. Давай тогда отвлечемся от твоей сестры, давай перейдем к твоей сегодняшней семье. Вот давай, как ты познакомилась с будущим мужем? Долго он за тобой ухаживал и как ухаживал?
Ну, Баир Дашевич — это же такой достойный души человек, очень скромный, но в то же время очень... Если он решил, то он решил. Ну, да. Ну и? Ну, ухаживал он долго, потому что он порой приезжал на гастроли там, где я, или... Нет, или он случайно там оказывался, я даже не знаю. Не случайно. Думаете? Это точно, конечно, я даже уверен. И выходил с букетом роз на сцену. А, о, ну это красиво, это шикарно. Да. Я почему-то так думал. Да? Ну, это было очень романтично, конечно. И долго ты таким ухаживанием сопротивлялась, или как там, я не знаю, присматривалась? Ну, до тех пор, пока мне не предложили руку и сердце. А, он долго не предлагал? Ну, как долго? Это было где-то 2 года, наверное. 2 года, да. Ездил за тобой на гастроли, с розами ходил на сцену. Что-то как перебор. Долго очень, я имею в виду. Ну, потому что, может быть, оно не все же сразу. А, ну да, согласен. Дальше как вы начали жить? Ну, естественно, то, что ты можешь рассказать. Тоже съемные квартиры, тоже какая-то неустроенность такое было или нет? Или сразу все благополучно образовалось? Ну, конечно, было. Потому что мы приехали в Бурятию, снимали квартиру в 18-м квартале. Жили там, у нас родился Буда как раз, и жили замечательно. Потом переехали в свое жилье. Дети, давай поподробнее о детях теперь. Буда чем занимается, сколько ему лет, кстати? 6 лет нынче исполнилось. Ты молодая мама. На следующий год он пойдет у нас в школу. А сейчас он ходит в детский сад и познает там мир. Мир. Еще есть дочь. Есть дочь Дари, которой вот вчера буквально исполнилось, 28 ноября, исполнилось 4 годика. Теперь вот сегодня буквально, ну так будем говорить, что на днях президент России Путин сказал, что вот теперь... С 1 января 2018 года каждый родившийся ребенок, каждая мама будет получать 10 тысяч рублей ежемесячно, ежемесячно пособие. Ну что, есть о чем подумать? И ипотека будет 6%. Все в руках Господа. Согласен. Нельзя думать о финансах. И, хотя, конечно, ситуация в нашей стране порой очень сложная. Я очень переживаю, кстати, за то, как живут молодые семьи. Вот как они вынуждены входить в эти сложнейшие, страшнейшие кредиты, где человеку не дают никакой свободы и загоняют их, честно говоря, куда? Ну ладно, давай не будем о грустном. Ну, это грустно, да, но... это грустно. Потом в конце ты дашь проблема, рекомендации, да, как молодым вообще жить. Как ты справляешься? Вот, муж, дети маленькие, кстати, да? Ну, согласись, 6 лет, 3 года, маленькие дети, но при этом ты мотаешься по всему миру. Ну, извини за такое выражение, но это на самом деле, потому что это очень тяжелая такая работа. И по стране очень много ездишь, и за границу в силу своей профессии, своей занятости. Как вот оставляешь семью-то без присмотра материнского? Ну, пока я езжу не так уж много, насколько это нужно или возможно, да, но надеюсь, что труда станет еще больше в плане творчества, потому что я... Кстати, ребятишки, фотографии приготовь пока. А я их не стала. А, ты не стала? Не хорошо. Стала. Потому что их в Фейсбуке, и так, я думаю, еще здесь пока. Хорошо, это твое, так сказать, желание. Супруга тоже знает. Извини, перебил. Угу. Продолжай, пожалуйста. Так, в общем, успевать, конечно, надо все. Если хочешь петь, заниматься творчеством, если хочешь быть семьей, любить, и чтобы любили тебя, конечно, нужно отдаваться полностью. Хотя я соглашусь, что это очень трудно в таких графиках. Но будет еще сложнее, потому что график уплотняется, и познавать надо много, много трудиться, и, надеюсь, все к этому идет. И, ну, честно говоря, я просто верю, что все возможно охватить настолько, насколько оно дано в жизни. Больше не возьмешь. А меньше не хочется? Меньше, ну, вот как уготовано судьбой. Я даже не знаю, что будет завтра. Я никогда не гадаю.
и не хочу даже знать. Не загадывай. Не загадываю, потому что дела, они выстраиваются так, как оно идет. Ничего я лишнего не мыслю и не хочу мыслить, понимаете, загадывать что-то там, сидеть, ломать, как говорится. Но все равно планы же ты строишь, правильно? Вот уже почти и не строю, потому что все как-то... Все идет, как идет. Само с собой, да. Вот вы собираетесь с семьей вчетвером, да, все вместе. Чем вы занимаетесь? Это, конечно, редкое время, ну, вот я но и говорю, тем что... не менее мы стараемся собираться. Любим покушать. Во. Любим прогуляться, погулять. Покушать готовишь ты, надеюсь? Конечно. Да, вот давай. Хотя Баирдашевич иногда тоже делает завтрак. Ты его дома тоже называешь Баирдашевич? Да. Да? Да. Ну, бывает. Что значит бывает? Это жизнь такая у нас. Не, нормально. А любимое блюдо и что, ну, больше всего любят дети? Не считая там всяких этих шоколадок, конфеток. Дети пока у меня не такие гурманы, но, надеюсь, как-то они более станут гурманистами. А продукты у них пока очень простые. Это хлеб, макароны, пельмени, бузы. Ну, это вообще спартанские условия. Бедные дети. Хлеб, макароны, вода там. Любят морсик, компотик. Ну, это уже хоть что-то. Да, да. Хоть что-то сладкое. Сын очень любит фрукты. Потому что, наверное, я очень много ела фруктов, когда была... Понятно, в положении. В положении, да. А Баирдашевич, что он любит? Какие блюда предпочитает? Он непривередливый, я вам честно скажу, потому что он ест все, что я приготовлю. А твое любимое, я имею в виду не то, чтобы съесть, а то, что приготовить. Какой-то рецепт у тебя есть тайный, который можно раскрыть нашим телезрителям? Тайны никакой нет, я с удовольствием делюсь рецептами. Ну, давай самый легкий, простой. Самый простой, не длинный. Вот самый недлинный, это баранина. Баранина, очень вкусно запеченная. Все, весь рецепт. Ее, конечно, можно начинить вот так вот, филе баранины, разрезать, положить туда чесночка. Надрезать. Надрезать, положить туда дольки чеснока, каких-то приправ, естественно, посолить. И можно это в пакете, в панировочном. И... Запекается это где-то буквально, если это свежая баранина, не замороженная, естественно. Тогда запекать где-то час-полтора. Ну, это же совсем просто. Это очень просто, но это так вкусно. Все-таки баранина есть баранина. Это вот, ты знаешь, у меня сразу такая реакция, что так ленивые вот такие блюда готовят. Да, да. Заморачиваться либо очень занятые, либо ленивые. Да, да, точно. И про очень занятых я почему-то забыл. А вот увлечения, кроме семьи, работы, о ней мы вообще не говорим ни слова. Да. Какие у тебя есть любимые увлечения? Вязать, телевизор смотреть, женские книги читать. Музыку слушать тоже убираем сразу, потому что это и так понятно. Это даже не увлечение, это работа. Да. А я про увлечение. А, увлечение, вот я люблю иногда заниматься спортом. Бегать на природе. А люблю ходить в фитнес-клуб. Для меня это тоже увлечение, потому что если я даже бегу на беговой дорожке или иду, я обязательно поставлю цель, ноты и учу песни. То есть ты от работы вообще никогда не... Ну, стараюсь, потому что, ну, сами понимаете, работа у меня творческая, и она никогда не мешает. Даже сейчас я могу спеть что-нибудь, напеть, и это же не будет помеха, правильно? Ну, конечно, нет. Оль, вот я где-то в середине нашего разговора сказал, попросил тебя приготовиться, подготовиться точнее. Какой бы ты совет дала молодым девушкам, которые стоят сейчас перед выбором своего дальнейшего пути, вот вообще молодым людям, всем, как жить в нашей стране, выживать вот это сложное время, кстати, этот разговор ты начала. Ну, такой не грузящий совет. Что нужно сделать, чтобы быть счастливым? Ну, или стремиться быть счастливым? На твой взгляд? Ну, вы понимаете, не грузящий совет, это я даже не понимаю как, потому что жизнь это... Хорошо, грузи. Жизнь это такая глубокая вещь, и это совсем не вещь. Это такой путь сложнейший. И, конечно, я, как всегда, как во всех
передачах, программах, интервью всегда говорю народу, что надо верить. Мысль, она первична. Если мы встаем с плохим настроением, и у нас начинается в голове, в душе какая-то тьма от этой жизни сложнейшей, то, конечно, день он и продолжится так. А если даже очень тяжело, но ты сказал: небо, космос, Боже, я тебя прошу, помоги, направь, все лишнее отведи, все нужное дай сделать, дай служить и жить, дай служить народу, любить, отдаваться, тогда и выстраивается все по-другому. Мысль, она неспроста, мудрецы говорили и говорят, что мысль, она первична. Поэтому красиво надо мыслить, достойно. Замечательные слова. Спасибо, Оля, за прекрасный вечер, за прекрасный разговор. Спасибо. И счастья тебе и твоей семье. Спасибо большое. Спасибо.